Когда ты вот шарните, вот шарните квест. Поделитесь. Можно на русском сказать. Да я русский не знаю. Я понял. Я что-то нажимаю, предложить, у меня кнопочка не нажимается, надо релогаться, видать. Может кто-то еще может, или релогнись. Сейчас я попробую. Что за квест? Острокрыло. Ну, я предложил. Кто просил там? Я простил, но мне не приходит. Значит, ты куда дело выглядит? А, слушай, у меня разрушитель предлагает. Ну, разрушитель мы тоже убьем, что правильно? Да, нет, да, типа, вон, я же предложил еще раз вот строку забирать. Говорю, у меня разрушитель квест, пофиг, убьем разрушитель. Кстати, не факт, что он сработает, по-моему. Хотя хуй. Сработает, 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 я уже делал. Можно делать прошлонедельный квест. Все, давайте быстрее. А кто кулаки раскидывает? Анту, давай кулаки всем. В смысле, у меня в этом поле повари указки стоят. Так, окей. Там разбав, ну там все показано. Мы по ролл шмота будет позже, да? То есть да. У меня поле повари написано. Блять, ладно, сейчас. Да, похоже будет. Ребята, ролл шмота будет позже, так понял? Да, пока. А, окей, похоже. Окей. Не переживайся. Так, что, я давай тогда ванхолика стрикнуть. Наверное, тут на треше лучше, да, для бафа. Кого? Ванхолика лучше спекнуть, не во фросте тут буду. Есть про. Я же во фросте, давай ванхолика спекайся и ДДшников отнять. Конечно, по ДПСу будет хуже, но полезности для рейда будет. Да, это бесполезно. Все готово, запускаем. Рыбы я. Рыбы так и не было, да? А я сейчас поставлю рыбу, стойте. Я сейчас не сделаю. Все, бой, пацаны, уже не будет рыбы. Куба, ты танчишь, да? Да. Где это? Кибоб, готов? Я дамажу. Это, сандок, потыкаешь эти... Лужа. Минус. Все, у меня закончилась мана, залейте мне инер. Понимаю. Пошел в АВЕ. Блин, 30% маны снялось за этот, за три грозы. Нет, он же сказал, лагает, что у него что-то с инетом. А Гудлик сейчас... Я ему сказал, что Бёрн его сейчас кикнет с гильдии, если он не зайдет. Да киком не напугаешь, вот ГП... Торопитесь, пацаны, ну вы что делаете? Кубоб, я все тебе сдал, на пулы все твои. Пятьдесят пять тысяч хп набрала, а агро нет. Если что, я тыкнул. А мы же за одну взлетку не переведем, да, тут? Нет. Факт нет. Переведем. Нет, за одну взлетку переведем. Нет, это то, что нас будет, мы убьем. Да блин, будет ачивка, чекай. Запускаю. Да, давайте, Геру. Ну давайте ебашьте. Ну уже поздно, не надо давать Геру, все, стоп. Ну, блин, так это одна взлетка. Это одна взлетка. Ну, ладно. Сейчас она улетит, это одна взлетка. А вы говорите за две взлетки. Они не поняли. Ну блин, да, один раз, одна взлетка. Зачем уже эта гера? На Игнисе больше полезная будет. Вот, босс, один конитик, вот супер этот тадон. Да пока трежу убьется, 10 минут пройдет, поверьте мне. Игн, перед... Да. У кого, давайте, у кого там какой аддон? Линкуете. Ясно, я на 6-м месте, извините. Понятно. Ну, мне стыдно.
Я думал, вас всех развалю. А вон Нелла вообще с плохим аддоном. Показывает, что я на шестом. О, подождите. Нет, он показывает, что он на первом. Так я по боссу линковал. А то не считается. Тут же трэш, это часть энкаунтера. А. Ой, я не туда смотрел. Я понимаю. Все. Есть танк пьяный, немножко уехал на встречку. Блять, как настроить этот ДБМ, чтобы он мне двойные эти не линковал? Двойные стандарты? Нет, двойные хитрости. Двойной на пол, да, двойной на пол. Неплохо. Сколько там процентов было у босса, видели? 71. Не, у нее сейчас 71% ровно. Вы... Бьерн, можешь этот камеру вверх повернуть, там у нее таргет можно взять. Путин, черт, ну вон, что вы делаете, ребят? Ну запускайте. Бля, тык, быстрее. Блядь, ну один. Ничего страшного. Иди лови куб. Геру давай, нет? Геру давай. Как я так группу проебал, блин. Я почти успел спасти ситуацию, у меня не было этого спринта. Да, блин, кубоб машина, как он его убьет. Как и баб, стой на месте. А, кубоб, стой на месте, это самое, я тебе выхилю. Не, я хочу хп. Я хпс хочу. Не, ему главное перед этот, перед четвертым стак, ой, после, перед пятым стаком нужно прожать 50 на 50. Умер. Типа, камон. Ну не знаю, у Бьорна пока хпс, конечно, слабоватый. Mm-hmm. Потому что я эти самые тыкал только, да. Пиршам перехилил. Он только шоками хилил. Даже флешки не использовал. Нет, значит, Настя Киса стильная на первом месте. Ой, осколочек. Что там у нас упало? Кого? Бьерна мне играет. Давай Халибу туда. Угу. А, ты хапалом. Ну, я хапалом буду, Мэйнис, но я не знаю, через сколько времени. Ну, смотри сам. Ну, ты же сам играл, тут сам решай, как делать. Будь, дайте купать. Анта, репитанс, дай в кого-нибудь из них. Гудли купать и дайте. Думаешь, ты забрал себе сколы, да? А тебе-то что? Типа, тут мы трэш по РЛ. Все норм. И этот, роль лут или там собираю его. Все, давай, разраливай шмотки, время трэша зачистки, да, и не запаривайся. Ой, я бы одел. Настя Киса умеет распалять. Ты можешь собери сначала их коллекцию. 9-й тогда. Уебай.
Нихуя себе, блядь. 98. Ищите, колбой, это как-то связано, ну, с тем, что я думаю? С звонками связано. Ну да, да. Нет, не тот. Мальчик по вызову. Да нет, какой вызов? Типа, когда прижмет, типа... Вольте. Retic 45. Еще вы делаете? Сейчас будет дискотека. Так, следующий ретрик стан даешь. Да, это Мирка, забаним. Забаньте второго. Локи. Изгнание элементалей. Какой-то... Нет, еще раз. Что твой ретрик зайдет? Да, блядь, да это мягко банит. Остальные, блядь, руки уберите. Пипец, блядь, чтоб у меня такой на РТ был, такой флут, блядь, жесткий, ебать, нахуй. Это пугарает, чё ты. Ну ладно, я тоже по флуту. Да, блядь, ну слушай, пугарает, да сейчас бы ходить с дисциплины, это вообще такая скука была бы. Алло! Алло. Сейчас топовый ретрик. Причем флудят в основном из гильдии. Сейчас без ретрик зайдет. На РТ, блядь, заткнулись, блядь, и все. Берн, мы отыгрываемся. Свобода, свобода. Я пытаюсь, но я в этом катался на вихре. Я занимался. Свободу ворам. Какие ворам? Строил такой. Кинь в травму. Боб. Подкинь ЕП, брат. Блять, не успел сбить. Ребят, столько ты кашек много, блять. Ну, сбивается кас с грипом. Грипнет, блять. Я сейчас забью. Вот, оп, смотрите, питпокет просто. О, блин, питпокет. Почки, блять. Кстати, ты на роге можешь сбивать каждый второй каст, если что. Я какой каждый второй? 20 секунд кулдаун. Ау. У тебя ног сколько КД, блядь? Не позорься. Сбивается, но станом сбивается. Ну, неважно, каждый второй каст на роге сбивается. Я следующий собью. Да я сбил уже. А, да. Нормально, нормально. Ну, я сейчас пробую пинком делать, но я тебе уверен, что нихуя вот. Пинок ничего только, не дал. Только станом кинь. Ну, тут просто супер умные пацаны лишними. Ну, 20 секунд, что и что? И у паладинов тебя... много целую кучу. У меня катал, когда было. У тебя в глазах троица. Нормально убили, все это что-то такой душный. Вау. Гудлик, что ты хочешь? В рейд. Так ты в пасе, нет? Рядом уже. Сейчас ты. Пастар, супер шкаф, типа, вызовем Гудлика. Пускай весь сам ретрик. Бежит. Весь ретрик. Да, жирный скутан. Я буду на 2 спека рулить, на хапала и на ретрик. А, ну, сейчас, блядь. Выбирай один. На 10 еще на танка, скажем, добавить. Не, танка, говно. Да ладно, чё? И в целом твой паладин. Я на хапала рулю. Нет, на хапала нет. Ну, у меня мейн хапал. Что, хапалом в рейте? Нет, ну, я имею в виду, я ретрик меду на хапала рулю. Не, нихуя. Кикайте Гудлика. Ладно, тогда меч с Везекса срубим. Да, давай кикайте. Рыба. А буду лен. Будь жрать, жрите ее, пацаны. Буламов. Сейчас я чарку на пушку закину еще. Нормально. Вот ты попросил, а мы с тобой еще 20 человек что-то сказали, и нихуя не слышно.
Не, я сейчас просто мут раздам и все. Спокойно. Сейчас, блин, да. Фулл ребаф, можно? Подожди, я на ук сейчас забегу, папа. Чарку на пушку надо купить. Потом да, купишь. Я, насколько понимаю, пухи все молчат, только вы разговариваете на сами между собой. Да? Я не обдуленный. Кулачок дайте попалу, я касочки раздам. Я каски всем раздал. Я обновил. Литл, да не стой, блядь. Да вот он бегает нормально. Мастера? Так, у меня, я дам. Добежать, главное, чтобы надал. Он слышит. Да. Да. Мастер Аур. Ну что ты, блядь, нахуй, ну эксайда, блядь. ГПМ, блин. Да-да-да. Мастер, жми. Хорошо. Я, у меня КДХ, я случайно прожал ее. Я могу. Да, он говорит, может. Кашка надо нажать, мастер. Забрал третью ауру? Да, забрал. Ты должен не сглизи что-то. Чему париться? Ну, пишем. Мастер ауру. Я прожал. Мы запишем. Класс. Да. Возьмите Fire Aura кто-то, просто чтобы она была всегда. Меня откатилось, освобождайте. А, хорошо. Сейчас отхилю. Невероятно. Бьерн снова всех перехилил. Настякису снова всех передамажил. Я не удивлен. Сильный, базара мало. Опа, боешка. Где мой ДПС? О, блин. Давай.
помойная, что ли? Не, в гильдии, да, насколько-то я посмотрю. Ну, короче, еще я ливаю, пойду на заказ. Она 6 тысяч стоит, я ее вчера продавал. Типа такая же у нас, 25. Да. Сказал, я пойду в этот ДК зайду, не хочу за этого вагона. Ретрики помойками. За как сай. Зашел ДПС протез. Когда? Так, ребята, поехали, трэш чистить слева. Куба пошел. Гляни, плохо. О, этот, я ролю на настике. Но у меня нету ролла в этом, можно... А, ладно, блядь. Ну, тут у кого есть профа, ребята, другие не будут ролить. Сразу буду. У тебя есть профа? Есть, посмотри, можешь посмотреть даже по кольцам. У Кубаба. Кибоб. Да, все нормально. Да, у Кубаба есть уже. Never, можете вон, или в мелизону подойти, или отойти подальше. Или друг от друга. Ребята, минуточку внимания, пожалуйста. Я просто не был здесь очень давно. Вот сейчас на меня луч был красный. И меня просто ваншотнуло. И еще людей забрал. Это почему? Нужно дистанцию набирать. Отыщи! А почему не компакто-бот? Засумоньте, люди. Лоб, засумон. Сейчас стан дайте, стан дайте, стан дайте, стан дайте. Не, просто я вас сейчас... Давайте, наверное, всех, наверное, позамут, у меня уже башка кричит, ребята. Ну, ей-богу. Можно меня не мутить? Справа. Кубу поведи. Звезда стоит до головой, ее типа нельзя было отбить. Мы его хэм делаем? Они уже здесь. А все в дисе, потому что немного страшно с пугарейдом, типа там любая метка не вынесенная, вайп. Дайте, пожалуйста, по молодой, по ханту, рыбав полный. Да по всем рыбав дать. А, кублик упал? Нету, каски раздайте, кто там обязательный парень. Смотрите, у нас есть полипауэр. Нас ливнул обуленок. Значит, надо кому-то передать роль касочника, который... Нет, мы с полипауэром все сделали, это красиво. Мы все сделали сейчас с полипауэром. Потом прикол. Хорошо. Давайте вы без прицел будете. Так что, в итоге мне каски раздавать или что?
Чёрт. Где рыба, блядь? А, вообще не знаю. Да не будет рыба. Конкурируй, конкурируй. Левак, ты на ком? Там сердце надо быстро еще убить, да? Да. Да, сердце давай слушай под Геры, я тебе не доверяю, будет. Надо будет. Бомба. Далеко не убегай. В ноль. Очень далеко убежал, перестань к нам. Анту. Ох, сейчас ХПС набью, блядь. Ты там на ману зачем ставишь ему? Влево. Если Хантер вышел с рейда. Ози, Ози. Ближе к миликам ставим. Все, стой там, нормально, нормально. Не уходи далеко. Понятно. Ты бы метки им послал. Какие сонастики? Да почти дыхнет. У меня есть. Нет. Пока за... Нормально, за... Вот. Войд еще подальше. А, это что-то присевся, да. Дройгер вышел. Да, что ты не можешь прочитать, что ли? Понял. Я уже был. Да. ДК, вы дьявол вышел. Дальше тебе. Быстрее сыграйте, поискрее. Я Берну. Да, он не... Вкусно. Что он мне не нравится? Поднял в пулебав, дайте. Понял. Каплю дайте в елоки ветриков.
А, все, уже. Да тучка, шапашка. Да ёб твою. Ближе, ближе к мелизоне, ближе к мелизоне, подвинься. Мы в Берсоне упираемся? Нет. Не. Свет Сандорма. Дубовую кожу мы нажми. Осочка, осочка, выбеги быстрее. Отбежали влево все. Все нормально вышло. Это страшно. Драгираж. Милизоник, милизоник, проходи только влево-вправо. Угу. Эти капли. Плюс. Нет. Молдовия. Молодая, вы... Не туда, ну ладно. Сейчас я заскра... Затаунтите на себя. Отлично. Сюда я инер, пожалуйста. Я уже давал тебе. Сейчас отец отдам. Да, доиграть. Отпе добейте. Все. Ну и что, упало с моего лута? Нихуя, блять. Зато аж два тотема, да. Все нормально. С худо бейте там хп посаживать. Парни, это Диабло, а я могу отойти на 3 минуты? Сука. Я тоже отлично на 2 минуты. Куда портоваться? В Сибирь? Вестибюль. Куда? Я здесь гастролер. А что делать, если у меня сумки пропали? Все нашел. Ну не пора, что нормально достаточно. Ну это на конта, конечно. Предбисовая. Пошли, расчистить. Куба, пиди пуля, хилы есть. Кстати, Ози, ты бы себе взял эти перчатки. Ты всегда, всегда в скролом 8 выигрывать. Ну, нам сет, типа, перчатки нужно брать, там, битхаз бесполезно. Ну, понятно. Я не спал. Когда не спал. Я могу проще, я его убил. Я не очень хочу. Да не, ну да, жизненно. Я предлагаю даже и не пробовать, честно, ребят. Ну нахрен. Хрен только, я тебе говорю, сейчас мы можем бить это Везекс. Там такая проверка Торим, урона должна быть. Везекс, Торим и... Ой, какой Торим, блядь, я хотел. Хадир. Хадир, Фрейя, все, остальные все в обычке. Потому что мы долго били этот... О, все, ладно, хорошо. Робота. Не, ну блин, серьезно, мы долго били робота. Согласен, но не души. Да. Что там, я на первом месте по ДПС? Нет. В смысле нет? Ну на втором точно. Ну туда ладно. Разрушитель. Не, я точно на первом. Но я просто отходил еще кушать, брал. Понял. Нет, так у меня, я поставил, чтобы оно
этот... Оттачило. Он бота поставил, все нормально, он же так в рейд уходит. Так Годлик же сам бомбот. Бомбот. Биг босс. Биг бот. Биг босс. Литл, у меня Т4 на лоте. Сколько штук? Годлик. А. Половина, 0.5. Одна? А, так одна не считается. Я знаю. Для меня это обалдеть как много. Что с... Что-то немножко поломали, по-моему, эти сферы. Кстати, слушайте, а я не знаю, они починили Калагарна? Там же писали этот, что рука не абсорбится. Там и потом... этот. И еще давайте на Калагарне убьем по тактике, типа через руку. Потому что, мне кажется, у нас люди не вывез. В плане того, что типа... Да-да-да, дергать руку, потом вторую просто и так убивать. В два танка. Есть у нас второй танк? Не настолько прям слабая для такой тактики, мне кажется. А, по-моему, это самая эпичная тактика вообще. И она, ну, не медленнее, чем эта. Ну, она самая, типа, такая безопасная тактика, я бы сказал. Она самая... Я ее тактика для пауэрейда, она идеальная, как по мне. Ну, да, для пауэров, да. Не, мишка у меня нет, у меня только сова. Так, подожди, у нас... Кто-то... А если этот самый, если кинжал никому не нужен, можно на ханта возьму ради РПБ чисто? Ну, ролит. Так там никто его, даже никто не пробовал ролить. Ролю тогда? Так, ну так, роль. Нет, а я спрашиваю, если можно, то... Спасибо. Да забивай, это мусор на хантах, типа... Не, ну мне чисто там декапа РПБ немного не хватает. Декапа? 1400? Ой, что? Кто это там говорит? Да. Вагон на ханте, господи, блин. Типа, ну такое, 1400 собирать сейчас, типа, за счет камней, ну прям сомнительно. Да не, он в ловкости убит. Не вижу ханта в РПБ, где он? Он молодая ролил. Не, все, ребят, спасибо, внимание не обратил на... Да, у тебя две роги, выбери любую, например, Неверлайна. По фокусу. Кстати, он и гильдийский, он должен это уметь. Да давай, ладно, я подбиваю. Большому и маленькому уметь, да. А как вы будете или мне сбивать? Дрог. Просто бери дрог, чтобы не путаться. Мне сбивать или рог будет? А, сбивать. У меня скрипт, я могу в 0-1 сбивать. Короче, кого танкую, скажи все. Большого. Слушай, а мы что, не хм, что ли? Давайте хм. Тебя замутим. Я верю, мы по упору, но не пройдем. Без проблем, оставлю господам. Да. Нормально. Нет, я хорошо.
Не знаю, бью рандомно. Отбежали. Отбежали от черепа. Монах. Да. Да, грипп на нем. Беда с башкой. Да, он, блядь, ДПС хочет. Единственный, кто ГП сейчас будет лутать. Отбежали с дистанции. Я сейчас цепнуху не сбиваю, сбиваю чисто этот, стихии, которые... Сбивать можно. Давай. Отошли. Загрузка, отбежали. Прямо пробегайте. Прямо. Нормально, он не достанет. Блин, Невер с такой паникой кричит, мне страшно. Нормально. Каст. Ликвошу? Ага, выбежали. Геру, давайте. Да. Да, мы быстрее его убьем. Наверное. Останемся с ним ПВП-шиться один на один. Ну, вроде после перегрузки должен кастом взлет. Разбежали. Ну не особо, вообще не особо. Да, да, меня тоже не домашнит. Я не достаю. Нечестно, алло, дайте. А он когда приземлялся, начал домашнить молния. Всего лишь одного. Киньте этот диван в Devil Walk, он меня хочет перегнать. Этот диван прям, хотя бы бок можно. Меня обижает. Давай, босс. Ну, мошот прям прилетел. Я диван вифовеса. Хорош, спасибо, брат. Чисто кубоп лучший. Подожди, что с кубом? С мой ДПС, теперь я топ-1. Что, что кубов сделал, не пойму. Спас меня. А оф можно ролить, нет? Да. Ну, я сатовый пойду куплю себе сейчас. У вот дашки есть. Дайте пристабав, лап. Филиал галлон. Давай я сам сделаю.
всех подряд, давай, давай я этому притяну. Оп, только смотри. Можно по шаманам нормальную карту, а не 8%? Дал Галону? Да, у нас тут... Не, ну, не надо, зачем? Ну, желательно нужен. Желательно нужен дрегетан. По четырьмя стаками не сдохнем. Слушай, ну, у нас нормально вроде ДПС, ну типа... По-моему, у нас супер мало ДПС. Ну о, типа, в сравнении с, типа, с нашим мейн-рейдом. Рейдами я тебе говорю. Тут топ-1 дамажит. Вот как бы. Вот. По шаманам 10%. Спасибо. Тут. Так стоп, подожди, в кого мы играем? Таньте вот сюда, где Рога стоит, вы будете белыми атаками бить по руке. Ну, честно говоря, не похоже на тактику. Безопасно. Я ж без брони, иди там. Разбежали. Милики отбежали. Пиздос. Да, луч мелизон, то что надо. РДД заливайте, пусть. Я ж вижу, как его там миликов ни одного зацепить, почему убежаешь. Супер четко все. Все, иди забирай. Я в правую руку, ой, в левую. Не надо, в тело играть. Сейчас потом рука появится, у вас и мобы будут, и в руке кто-то появится. В босса играйте. Ну ладно. Ник, эскайп? Все в руку. Идите в руку. Да, я стаки ловлю. Опять ты на ББ. Тебя ж откадешится все должно уже. Руку. А руку убиваем, отбегаем, да, получится? Да. Мобы. Уже отбирайте. Милики отбегают. Нет. Все играйте в руку. Все в руку, никуда не бегите. Все, отбежали. Отбегайте, мили. Заливай. И потом сразу босса подбегай, забирай. Так, сыграй. А что, давайте, может, ну, левую руку убьем, босс умрет. Да, да. Да, РДДшники, смотрите, милики по телу играть. РДДшники по руке, милики по телу. Я, если что, трэш заберу. Рейсите, пожалуйста. Три не упало?
Пизда, блядь, Триня упала. Ну какой я пиздец? Ты да. Хочу. Ну типа, блин, она норм, но следующий контент уже ее заменит. Прига. Кубов, сколько ты на демоне дамажишь? А Триня, я так понимаю, анролом пошла, да? Ты нет, где? Еще нет. Если вы не против, я этот меч порою. Кубок, я не услышал кубок. Ну, если нас про собрание, на собрание я бы дал 1012, наверное. Нет, ну у меня в среднем такой вот, если босс маленький, то есть... Ну, 25 как десятка в среднем, там, чуть меньше. Смотря на ком, просто не на всех удобно дамажить. Не даешь 10 капсул от цели? У меня 10 мастерства. У меня 27 на 9%. Итак. Ну, да, конечно. Да. На мобе выпала шея танковская. Ё-ё, вот это полезно. Кубов, роль быстрее. Кто-то неплохая. Либо у вас три спека, нахуй, что ли, играли? Поставь на сову метку и все станьте в сову. Бьорн, квадратик, монах. Да. На пулу давай, отдать? Массакру. Дал. Давай. Кстати, что я без бафа? Дайте этот лапы, пристабаф, кулаки. Каст, бери. Забери, нормально. Заебись. Танкуй. Стаунти на себя, Войт. Некогда. Сдался. В метку все встали? В метку. Выбежали. Халиб, тотем на то самое теперь поставь. Все, поставь уже. Я немало по танку пилили, а слишком долго флеш заливали. Там стаков я ебал уже был. По 25 тысяч тикали. Это не убило. Такое. Слабый получается. Ну, блять, каждые 2 секунды тут. 29 тысяч критановые, 24 тысячи. Каст. Дальше к стенке пробегаем, к балкону. Перед лицом, перед лицом.
Вот вам метка, видите, метка? Звездочку просто стакните все. Да тут я лично обвиняю кебаба. Чё? Понимаю. Кас, кто-нибудь, кто не в этом. Девочки. Слушай, ну, на самом деле мы довольно долго шли без вайпов, поэтому, ну, нормально. Может, стоит? Да, другий раз ты ТТМ поставишь на антифьюр? А он стоит. Чё-то он просто не тикнул. Он не тикнул. В пати с танком киньте шамана, пожалуйста. Ты выпей кофе, не надо это. Я не очень понимаю, типа, у нас 18...